ID-карты, так называемые, это паспорта гражданина Украины для представления его личности внутри государства. Раньше это были паспорта-книжечки, к которым мы все привыкли, образца 1994 года. Сейчас это пластиковая карточка. Это полноценный паспорт гражданина Украины. К нему обязательно нужна справка о регистрации места проживания. Никаким препятствием в участии в выборах ID-карта не является. Более того, ID-карты у нас выдаются с января 2015 года, и детям впервые, а взрослым выдаются с ноября 2016 года. То есть 2 года граждане Украины уже получают эти паспорта, и как минимум на выборах в объединенных громадах люди участвуют, предъявляя паспорт ID-карту. Хочу обратить внимание одесситов, обладателей ID-карт. При его получении вы обязательно должны обратиться в орган регистрации, в департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета и обязательно получить справку о регистрации места проживания. Раньше миграционная служба при выдаче ID-карты выдавала выписку из государственного демографического реестра. С октября этого года эта выписка не выдается, и ни один орган в Украине не имеет права требовать эту выписку, чтобы тоже одесситы об этом знали. Если одессит меняет место регистрации, он сдает справку регистрации места проживания, которую ему выдали в прошлый раз, и в обмен получает новую справку регистрации места проживания. Если справка регистрации места проживания утеряна, нужно тоже обратиться в орган регистрации в городе Одессе, в департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета. Каждый одессит в возрасте от 18 лет имеет право голоса и конституционное право участвовать в выборах, избирать, быть избранным. Таким образом, если у вас ID-карта и вы по какой-то причине не имеете справку о регистрации места проживания, то вы звоните по телефонам 15-35 или 75 пятерок. Это колл-центр Центра предоставления админуслуг Одесского горсовета, единый телефон горячей линии городского головы. Записывайтесь на прием в Центр предоставления админуслуг и получаете эту справочку. Желательно об этом позаботиться заранее проверить, что справочка и ID-карта находятся на месте, где вы обычно храните документы, для того, чтобы перед выборами у вас не возникло неожиданности, что вы не можете найти свой паспорт в форме ID-карты или справку. Напоминаю, что даже если вы утеряли ID-карту, вы можете получить взамен утерянного. Выдается в любом отделении подразделения государственной миграционной службы, или в Центре предоставления админуслуг Одесского городского совета. Есть 2 срока выдачи ID-карт. Сокращенный срок – это 10 рабочих дней, и обычный срок – 20 рабочих дней. Поэтому, если вам послезавтра или завтра нужна ID-карта, а вы ее найти не можете, к сожалению, вам ее за день или за два никто не изготовит. Не нужно пользоваться обещаниями каких-то сомнительных личностей, которые могут на этом спекулировать. Помните, что есть только 2 срока. 10 рабочих дней – это сокращенный, и 20 рабочих дней – это обычный срок изготовления ID-карты. ID-карта плюс справка. Вот эти 2 документа в комплексе удостоверяют личность и дают право принять участие в выборах. Это бумажные паспорта образца 1994 года, действуют наравне с ID-картами, их действие не ограничено. В отношении этих паспортов нужно акцентировать внимание одесситов на следующем. При достижении 25 лет и 45 лет гражданин Украины обязан в течение месяца подать паспорт на вклейку фото. Если этот срок пропущен, с октября 2018 года паспорт не подлежит вклейке фото, а подлежит обмену на ID-карту, чтобы опять ни для кого не было стрессом. До октября можно было при оформлении протокола все-таки воспользоваться услугой вклейки фото. К сожалению, с октября или к счастью, с октября текущего года право на вклейку фото по истечению месяца после достижения 25-45 лет гражданин Украины утрачивает. Протокол об админнарушении в любом случае составляется.
вас. Любая административная услуга предоставляется по определенным принципам. То есть определяются условия, при которых эта одна услуга предоставляется, на основании каких документов и какие условия для отказа. Так вот, на данный момент ID-карты выдаются впервые достигшим 14 лет и старше. При краже, порче, при утере и пропущенных сроках в течение месяца вклейки фото, а также при необходимости смены каких-то данных в паспорте, например, смена фамилии, имени, выявление ошибок в бумажном паспорте.